Затаились борцы за Россию, что-то делают там в тишине. Как ни кланяйся, как ни проси я, но они не выходят ко мне. Каждый должен достраивать дачу, отправлять за границу людей. Для борцов очень мало я значу, генератор опасных затей. Лишь один собирается драться, но пока он ковал кладенец, постепенно привык похмеляться, и теперь не борец, не борец. Подавив постепенно досаду на излишне суетных борцов, я теперь покупаю рассаду дорогих сортовых огурцов. С виду эти проросточки хилы, а поднимутся, только держись. Я рванину ношу и бахилы, как и требует дачная жизнь. Что на головы наши обрушить, не задумает век лиходей, все равно я успею покушать огурцов из теплички своей.